друзья, с вами Айспекер, и продолжаем выбирать игру для стримчика. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. И сегодня посмотрим игрушку Дайян. Сегодня посмотрим новую выживалку, чтобы был цикл дня и ночи, чтобы было интересно и чтобы, конечно же, было вам, друзья, интересно. Тебе приятного просмотра, не забудь взять пачку попкорна. Мы уже начинаем обзорчик. Поехали! И мы уже начинаем. И главное, друг мой, не забудь, в описании есть весь список игр, которые будем проходить на стримчике. То есть ты выбираешь одну игру, пишешь в комментарии, в какую, по твоему мнению, мы должны начать проходить 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. И, конечно же, я буду в нее играть. Будет голосование. А у нас есть какие-то же плюшки. Ух, у нас есть грудь. У нас есть грудь. У нас есть ноги, грудь, руки, все потрясающе, все найс, ух, ух. Начало хорошее, по графике тоже очень приятно, зелень, камни, очень все красиво, мне нравится. Что тут делать, что крафтить, мне хочется узнать именно в сегодняшнем ролике. Ну ты, мой друг, тоже смотри, что интересно ты узнаешь для себя, что ты, возможно, узнаешь из моего обзорчика. Тут есть паркур. Это приятно. То есть есть геймплей какой-то. Это тоже приятно. Все пока что приятно. Ну, приятно, конечно, вдвойне, когда вот в такой позе накрашены ногти на ногах, на руках. Ну что, спортивная девушка прыгает, скачет наверх. Похоже на Том Райдер. Прыгаем наверх. Прыгаем из ямы и выбираемся в открытый мир. Обалдеть. Похоже на Far Cry, знаешь. Бабочки, наркота и все такое. Там какая-то была живность, кстати, заметил. Ну что? Очень все красиво. Очень все красиво. Мне нравится. Если цикл здесь дня и ночи, тоже очень важно. Потому что у нас 100 дней выживания при максимальной сложности без смерти. Именно без смерти в эту игрушку. Можно, по идее, уже сохраниться. А можно что-то собрать. О, у нас есть уже какой-то... какая-то палка есть, смотри. Можно уже отбиваться от кого-то. Но пока никого нету. Куда бежать и что делать? Можно посмотреть карту. У нас есть карта. А где показан я? Я так и не понимаю. Вот, походу, я показан. Стрелка, да? Да, это стрелочка. Желтая стрелочка. Там есть костер какой-то. Но костра я тут и не вижу. Здесь только яма какая-то. Колодец. Какие тут враги? Насколько они опасны? Мне хочется узнать. Все, я забрал. Не знаю, что я забрал. Я забрал много палочек, карты. А, предметы. Можно создать что-то. Уже что-то можно создать с чем-то. А, у нас есть палочка. Задание. Какое есть задание? Изучи карту. Интересное задание. Пойдем изучать карту. Мне хочется поняться. Есть тут ночь, есть тут утро. Какие тут враги! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я аж вниз упал. Там довольно большой обрыв был. Я упал вниз. Чувствуется природа, да, эти звуки. Очень приятно. Какие-то горы есть. Какие-то есть цветы. Собирать можно все это дело? Нет, это походу маг. Маг в трубочку, конечно. Есть птица, много птиц. Красиво, безусловно, красиво. Но вся эта красота точно где-то должны быть какие-то, знаешь... можно бегать, да? Шифтом у нас хорошо бегает. Наша красавица бегает по цветочкам, по лугам. Это все потрясающе, это романтично. Это реально красиво, романтично. Но понять, что тут делать, как тут крафтить, это, конечно, стримчики поймем. Мне интересно все-таки день, ночь и насколько здесь сложно. Потому что мне нужно тебя развлекать на стриме, ты понимаешь. О, я что-то вижу. Ну-ка, погоди, я какой-то вижу флаг. Пойдем туда. Ой, стой, 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 стой. Мне какой-то... Там какая-то... Там какое-то животное. Первое впечатление похоже на собаку. Знаешь, такого на бульдога. Потому что я люблю животных, я люблю собак и кошек, и я знаю, как они выглядят. Бульдог какой-то, знаешь, такой агрессивный бульдог, который готов тебя сожрать. Ну, есть, правда, он голодный. Прыгать у нас умеет? О, смотри, красиво умеет прыгать. А собирать какие-то растения. Конечно же, делать какие-то припасы. Какие-то есть уже постройки. Смотри, сколько здесь построек.
Нужно все это дело, конечно, смотреть, изучать. Конечно, будем изучать на стримчике. Дома-близнецы. Прям как в Америке. Я попал в Америку. У нас умеет приседать. Смотри, о, слушай, присел. Как... Какая-то музыка пошла, интересно. А все игры из описания. Спускайся вниз, мой друг, выбирай игру. И пиши в комментарии, в какую игру мне поиграть на стримчике. 100 дней выживания. При максимальной сложности без смертей. Будем изучать в эту игру. Будем ее играть на стримчике. Еще разок. Паркур есть, значит, интересно. Значит, есть геймплей. Ой, тихо. Мы пока поработаем на паркуре. Мне нужно прям в окошко. Прям в окошко. Так, мы уже в окошке. А, это веревка. Главное, что не змея. Ой, о, крыса! Крыса, что ли? Я упал вниз. Ой, ну что, крыса, что ли? Фу! Бегом отсюда. Это крысы. Жуткие крылой крысы. Охраняет дом. Ух, я испугался аж. Какие-то здоровые крысы. Чем там питаются они? Ух, погоди. Это вода у нас, кстати. Много бабочек, знаешь, вот реально много. А, нажимаем гем. А, задание добавлено. У нас есть вода, кстати, можно напиться. А где моя жизнь? Красная моя жизнь, да? Можно умыться, попиться. Какие-то стрекозы летают. Романтично, очень. Очень романтично, особенно с крысами. Все, мы напились, все понятно. А на карте эта точка обозначилась. Да, вижу. Дома-близнецы, видишь, изучились. Ну, карта пока что не очень-то и большая. Есть предметы какие-то, аксессуары. Создать что-то можно. А можно создать нож. Мне нужен металлолом еще найти. И можно создать ножик. Ну, наверное, в доме есть какой-то металлолом. Ну, там крысы. Довольно опасные крысы. Что-то мне страшно возвращаться. Но я вернусь, посмотрю. Можно пойти. Во-во, вот так сделать. Точно. Смотри, какие-то припасы есть. А можно забрать сюда. А внизу что-то есть. Можно, наверное, присесть. А можно сохраниться. Можно сделать костер. Там... О, сделали костер. Смотри-ка. А что там можно забрать? Крыса бегает вон там. От крыс находимся подальше. А есть банка еды. Можно скушать, да? Да, можно кушать. Мне нужна еда. Нужна вода. Как в выживалке, ты понимаешь. А нужно что-то сделать. Я боюсь крыс. Нет, я-то не боюсь крыс. Но в этой игре они такие агрессивные. Они находятся, наверное, в домах. Они находятся, наверное, там, где темно. А наверное подняться это не смогу. Но пройдем здесь. Если будут крысы, я, конечно, убегу отсюда. А, здесь очень узко. Здесь очень низко. Куда я иду? О, есть какие-то плюшки. Забираем все записки. Есть еще записки. Есть тряпочки, конечно же. Ой, крысы. Бьем. Бьем крысу. Еще разок. Бьем крысу. Ух! Крыса сдохла. У меня есть мясо. Смотри, у меня есть мясо. Я могу теперь пойти на костре ее зажарить. Очуметь. А палка у меня еще рабочая. Так что могу еще палку убивать крыс. Пойдем на второй этаж. Мы сейчас зачистим домик от крыс. Это будет наш домик. Второй этаж. И крыс тут нету. А тут есть дальше проход. Но пройти, возможно, дальше я не могу. Нужно по-другому. Нужно с помощью паркура. А где был у меня, кстати, костер? Идем в костер. Я хочу попробовать зажарить крыску. Нужно этот дом очистить, наверное, от крыс. Там крыс бегает. Так, и это на двоечка крыскам. И, конечно, делаем костерчик. Костерчик, бросаем крыску туда. Да, правильно? Ну, а костерчик горит. О, костерчик горит у нас. Он долго не горит, почему? Ай, погоди, это сохранение. Ну, нажимай Е. Ладно, не будем делать крыску. Не очень-то это, наверное, вкусно. А пойдем дальше изучать мир. Там есть какая-то вышка, вижу. Там есть какой-то океан или море. Хочу все проверить, но это на стримчике будем проверять. О, сейчас можно скатиться, кстати. Скатимся вниз. Нет, не скатывается. Нет, не скатывается. А все дело проверим на стримчике. Все будем путешествовать. Если, мой друг, ты выберешь именно эту игру, пиши в описании. Будем голосовать и, конечно же, будем выбирать. Именно ты, мой зритель, выбираешь, в какую игру поиграть не на стримчике. Пока нету врагов, но я видел, какие-то животные были. Есть крысы. Ну, это начальное. А вон там здание есть довольно, знаешь, такое внушительное. Там какой-то флаг. Там какое-то обозначение. Я пойду к руинам. А, руины храма. Так, забираем все растения, ягоды. Вот знаешь, так
было какое-то животное, мы забежали, по идее, вот сюда, присели, и нас, по идее, не смогут найти. Ну, по идее, так. Не знаю, как будет в реальности. Птица летает. Я ни черта не вижу. А есть какие-то цветочки. Все романтично. Ой. Ой, так какой-то звук был. Какой-то звук был, предупреждение. О, стой, 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 стой. Там кто-то подходит ко мне. С оружием, без оружия, я не знаю. Это какой-то охотник. Это какой-то лесник. Слушай, он с оружием? Он с вилами, что ли? У-у-у, вот это да. Сейчас меня казнит. Бегом, бегом, бегом от него. Как смотреть назад? Я не знаю, как смотреть назад. Ой, воу, 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 воу. Бегом, бегом, нужно подальше от него. У-у-у, вот это да. А сколько у меня дыхалки хватит бежать от него? Я не знаю. Бегом, бегом от него. Как смотреть назад? Вот реально. Ох, можно делать вот так, кстати. Я вроде бы убежал. Где он остановился? Я не... Где он, кстати? Куда он исчез? Ну-ка, за камнем проверим. Мне интересно посмотреть, кто это такой. О, есть растение какое-то. Заберем. Кто это такой? Вон стоит он. У него большая коса. Один удар, и наши милые ножки, ручки отрубятся. Он стоит на месте. Убить, конечно, его, наверное, можно. Но не с помощью палки. Нужно какое-то копье сделать. А пойдем в те в руины, сбегаем. Да, что-то уже интересное есть в этой игре. И можно... О, смотри, смотри, кто это? Это собака, мне кажется. По походке, знаешь, похоже на собаку. Ну, кто это, по идее, еще будет? Ну, не барсук же, точно. Точно же не барсук. Это, возможно, вместе с этим охранником. Они сражают вот эти... Подсолнухи. Это сторож. Местный сторож, мы нашли его. А, о, можно... О, водичка есть. Водичку можно попить, водички. А, нажимаем Е и нажимаем Ем, у нас появляется водичка. Можно попить уже из нее. Это все показано на карте. Да, интересно. Изучать этот мир уже интересно. Приятная графика. Приятная наша женская доля. Кстати, у нас тут есть время. Я только сейчас заметил 9 часов утра и 12 минут. А, время идет, не идет, я не знаю. Сейчас проверим. Через пару секунд, через пару минут мы посмотрим. А... Охранник ушел туда. Я пришел к какой-то руине. Что тут есть интересно? Мне нужен металлолом. Мне можно сделать ножик. Да, время идет, а это здорово. То есть можно прожить здесь 100 дней. Так, это наши ягодки. Мы кушаем ягодки. А наша девушка очень приятна внешность. Очень-очень приятна внешность. Надеюсь, можно еще изменить, знаете, прическу. Одежду. Изменить будет еще приятнее. Ой. О-о-о-о-о! Меня нашли! Меня нашли! Бежим наверх! Убегает довольно наша красавица быстро, как я понял. Ну понятно, там мужелан. Он здоровый такой, мускулистый, с тяжелой косой. У нас всего лишь одна палочка, и бежать довольно комфортнее, чем ему-то. Мне бежать комфортнее. Но если там собака увидит, который бегает, я думаю, это собака. Я думаю, это бульдог. А время идет очень медленно. Смотри, 12 минут только что. А, вроде все. Нет. Он еще бежит за мной. Какой ты шустрый. А это что такое? Какое-то дерево. Ух ты, жесть. Это что за ритуал здесь? Так, убегаем от него. Он еще за нами бегает. Пускай побегает по миру. Мир, походу, огромный. Ну, не знаю... Сколько горо... Ой, тихо, там сбок. Реально док, ой, гавкнуло. Гавкнуло на меня. Бегом от дока. Там какой-то док. Бегом отсюда. Куда-нибудь по горке. Как смотреть назад? Я еще не изучил все кнопки, но бежать мне нужно точно вперед. Да, пока мы бегаем, пока мы хрупкая красавица без оружия. Кстати, только сейчас появилось 13 минут. Время идет очень медленно. Выживать будет усадьба. А какая-то усадьба. Мы вроде бы оторвались. Пока просто бегаем от кого-то. Вон док. Тут есть собаки, тут есть охранники. С косой. Это уже что-то. У-у-у, вот это да, какое здание. Обалдеть. Большое здание, долго изучать. Там, наверное, есть много собак. Там есть, наверное, охрана какая-то. Пока непонятно. Ну, какой-то клан, кстати. Там какого-то чувака казнили. Ты видел, пробегали, его казнили, и что там можно было забрать. Кстати, вон там какая-то постройка интересная, большая есть тоже. Можно, знаешь, спуститься и все-таки пойти туда. Но вон там, кажется, собака меня пасет. Пойдем проверим усадьбу. Большая усадьба.
Пить здесь хочется, очень часто пить хочется. У нас есть крыска, которую можно, по идее, зажарить, я думаю, и съесть. А вот наша красавица, кстати. Мы увидели наконец-то ее. Я увидел наконец-то ее. А карта, в принципе, большая. Знаешь, побегали, посмотрели. Вот усадьба. Бегайте, пока что есть где. Можно попробовать в нее повыживать. Друг мой, пиши в комментарии, какую игрушку нам поиграть на стримчике. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Так что пиши. Весь список есть в описании. На этом уже будем заканчивать. И, конечно, увидимся уже на новых стримчиках. На новых роликах. Спасибо, что посмотрел, что поставил палец вверх и подписался. Не забудь нажать колокольчик. А тебя я уже поблагодарю еще разок и попрощаюсь. До новых роликов. Всем спасибо и всем пока.